Приветствую вас. Я думаю, что к любой из людей, кто немножечко занимается, так сказать, служащими профессиями, то есть профессии, где помогают людям, помогающими профессиями, согласиться с тем, что у вас в какой-то степени довольно серьезно имело место быть травма, это потеря ребенка. И нужно понимать, что просто так для вас это, скорее всего, не пройдет. Нужно понимать, что ситуация с ребенком, вероятнее всего, будет травмировать вас, вероятнее всего, будет напрягать вас, вероятнее всего, будет беспокоить вас. Ситуация с ребенком будет откидывать вас назад и блокировать у вас какую-то, вероятно, свою позитивную энергию. Поэтому очень важно, чтобы эта ситуация не, скажем так, ущемляла вас. Это необходимо травму прожить. Ну, конечно, при условии, если вы этого хотите. Вот. Необходимо травму прожить, необходимо ее отпустить. Вот. И необходимо все-таки жить дальше. Следующее. На что нужно обратить внимание? Это на ваши ценности. На то, что составляют ваши ценности. То, что вам дорого, важно, то, что вызывает у вас эмоциональный отклик, скажем так, то, что вызывает у вас некоторые чувства, то, что вызывает у вас некоторые эмоции и так далее. На эти вещи необходимо обратить самое пристальное внимание, потому что именно это и, пожалуй, только это является тем, что мы называем ценностями. Ну, в смысле, вашими ценностями, ценностями человека. И уже определить, что и как. То есть определиться вот с целями, с ценностями, и дальше уже от этого отталкиваться в направлении чего-то другого. Ну, например, предположим, что вашей ценностью является семья. Просто предположим. Необходимо рассмотреть, как
вами. Понимается. Семья, как вы воспринимаете и видите ценность семьи и не подчиняет ли данная ценность вас, ну, себе. Вас. Потому что если ценность подчиняет вас себе, то это, ну, не совсем ценность. Вот это скорее некая такая невротичность, компенсаторная, больше невротичность, которая только мешает человеку жить, ну, более-менее адекватно. Это то, на что нужно обратить ваше внимание. То, куда вам имеет смысл смотреть. И исходя из этих моментов, уже делать какие-то выводы, уже делать какие-то действия. Вместе с тем, может присутствовать и проблема определенности. То есть вы можете не понимать, чего же вы хотите. Вы можете не отдавать себе отчет в том, что вам нужно, в том, в чем вы нуждаетесь. И так далее. Если это так, то противоречие, каким бы оно ни было, нужно помочь вам разрешить. Да? Вот. Нужно помочь вам данное противоречие разрешить, чтобы вы чувствовали себя более свободно. Чтобы не тратили, ну, по возможности, конечно, большое количество энергии на решение противоречия. Чтобы вы не тратили огромное количество энергии на разрешение противоречия, на выживание с ним. Это достаточно важный момент для вас. Еще я, конечно, в этом не уверен, но частенько бывает ситуация, когда человек оказывается в таком состоянии, как вы, не случайно. А
Потому что боится что-то делать. Потому что боится что-то совершать. Боится, ну, например, ошибки. Бывает и такое. Если вы боитесь ошибки, если вы допускаете, что можете бояться ошибиться, то вам, конечно, нужна помощь в том, чтобы ошибок бояться перестать. Потому что здесь, в том, что касается страха ошибки, присутствует запрет на развитие, запрет на получение нового опыта, запрет на, в общем-то, любую позитивную динамику. И вы можете бессознательно искать способы для того, чтобы сохранить свой статус-кво. То есть, вроде бы внешне вы хотите что-то делать, но по факту, получается, что не делаю то. Потому что боитесь ошибок. Ну, как бы тут все вполне очевидно. Да, потому что как можно что-то делать, если ошибка воспринимается с тобой негативно? Да? Вот, ну, достаточно негативно воспринимается ошибка. Поэтому это является существенным моментом данной ситуации, на мой взгляд, и одной из причин, по которым вы можете себя ограничивать в другом случае. Вот примерно так я мог бы вам ответить. Конечно, в какой-то степени у вас присутствует недоверие себе. А, возможно, вы себя обвиняете в чем-то. Ну, например, считаю, что вы недостойны того, чтобы что-то делать, считаю, что вы недостойны того, чтобы чем-то заниматься, считаю, что вы недостойны, например, после того, что произошло с вашим ребенком, вот вы можете считать всякие не очень позитивные вещи. При том, что ситуация может быть, ну, от слова совсем с вами никак не быть связан. Ну, как говорится, это уже не особо имеет значение.
Думаю, я рекомендовал бы внимательно посмотреть на то, как вы оказались в таком состоянии. Когда вы не знаете, чем заниматься и чему отдать приоритет. Быть может, вы просто не привыкли принимать решения. Может, вы просто боитесь принимать решения. Если так, то тогда все более чем логично, хотя и не менее серьезно для вас. Обратите внимание на вторичную выгоду, пожалуйста. Момент тоже весьма важен, так как вторичная выгода является тем мотиватором, который направляет нас порой весьма причудливые векторы жизненного пути. Я бы хотел, чтобы вы об этом не забывали и помнили, отдавали себе в этом отчет по возможности, конечно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.